Захожу на кухню. И как вы думаете, кухня грязная? Нет, это не грязь. Это называется творческий беспорядок. Так то, что кто нормально готовит, он сразу убирает. Вот. Здесь у нас готовятся булки. Вот это с чем? С вишней. С вишней. Сегодня Аполлинария, Ламинария нас почует. Кафе называется как? Да никак. На кафе называется «Да никак». Да никак, вот раскатываются такие. Потом в них что-то накладывается. Какая-то вкуснятина. И тут намешано, и тут намешано. И вот еще тесто. И здесь жарятся помпушки. Это чистилась щука от кожи, убиралась. Здесь печется такой пирог с рыбой из щуки. В общем, короче говоря, ну это, знаешь ли, вообще такое что-то очень чудесное, и прям даже дар речи пропадает, одни слюни появляются.